Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы поговорим о новинке из каталога номер 10 компании Oriflame, новинка серии Giordani Gold. Это бронзирующая пудра. У меня пудра в оттенке песочный, она приходит как обычно в красивой коробочке. Дизайн пудры черный с золотой надписью Giordani Gold. Пудра без зеркала, обращаю ваше внимание, и нет дополнительной пуховки или кисти, то есть наносить пудру рекомендуется специальной кистью, которую вы используете для нанесения пудры или румян, то есть большая объемная пушистая кисть. Я буду использовать мою любимую кисть от Oriflame, мне она так нравится, я ее просто обожаю, кстати рекомендую заказать, когда она будет в каталоге. Итак, чем же примечательна эта пудра бронзе? Эта пудра минеральная и содержит специальные микрочастички, микробронзирующие пигменты для естественно загорелого вида, и коже она придает невероятную бархатистость и ухоженность. И сначала, естественно, я попробовала пудру на коже просто ухоженной, без тональной основы, и посмотрите, как она работает. Итак, сейчас у меня на лице сделан просто уход за кожей, я дала впитаться кремам, и попробую нанести новинку от Giordani Gold, пудру бронзер в оттенке светлый, просто на чистую кожу. Мне интересно, как это будет выглядеть, потому что ведь не все женщины пользуются тональной основой, а хочется, чтобы лицо все равно было холеное и красивое. Итак, я беру кисть большую пушистую, набираю пудру, набираю, и смотрите, я рекомендую, даже если лицо не жирное, все равно сделать такое вот, как бы постукивание по столу, я вот так делаю, чтобы пудра распределилась по всей кисти и не легла одним большим пятном. Вот, и начинаем наносить, не ставим кисть в одно место куда-то, а аккуратненько вот так вот начинаем издалека и подходим к носу, оставляем пудру на лице. Я сделаю с одной стороны, чтобы была видна разница, набираю еще. У пудры есть легкое сияние, такое красивое, нежное, мне очень нравится, но я вот всегда делаю на тон, и получается эффект ухоженной бархатной кожи. И можно не только кисточкой, можно взять специальную пуховку для пудры и ей сделать нанесение, то есть любым удобным способом. Ну и вот я нанесла, давайте еще побольше на лоб, половиночку одну сделала, и смотрите разницу. Ее на лице не видно, этой пудры, то есть она не выглядит как что-то противоестественное, то есть она легко влилась, да, в общую картину, но я на лице вижу такое приятное легкое сияние, ухоженность. Ну и в общем-то можно пользоваться даже без тональной основы, вполне круто смотрится. Ну а как вам пользоваться, выбираете только вы сами. А сейчас мы с вами попробуем пудру уже на подготовленной коже, то есть я сделала уход, нанесла праймер, тональную основу, и сейчас закрепим макияж пудры. Дело в том, что эта пудра еще и делает макияж более стойким, и ее можно наслаивать, то есть если вы хотите сделать более такое эффектное лицо, то есть эффектную кожу, то можно усилить, нанеся несколько раз. Что я заметила сразу, насколько эта пудра красивая, то есть она шелковистая на ощупь, и когда ее даже берешь на пальчик, то видно, как она переливается, но это не хайлайтер, не такое заметное сияние, а это очень благородное красивое сияние. Просто, наверное, вы уже поняли по моим эмоциям, что я в восторге от нового продукта. Итак, я набираю пудру на кисть, набираю так вот аккуратненько, распределяю по кистям, немножечко нужно, как обычно, постучать кисть, чтобы пудра не ложилась пятном, и наношу на одну половинку, чтобы опять же у нас была возможность сравнить кожу. Смотрите, сразу прям моментально вижу, как получается такая ухоженность. Так, на половинку носа легенький загар,
Если у вас лицо более загорелое, то вам очень будет круто более темный оттенок. Так. Что я заметила? Я уже несколько дней хожу с этой пудрой, просто балдею от нее. Заметили, мне кажется, все, и кто меня видел, и клиенты стали делать больше комплиментов. Все говорят: ой, как ты хорошо выглядишь, такая свеженькая, такая хорошенькая. Я говорю: ну да, да, я же пользуюсь косметикой Oriflame и показываю новинку. У меня, кстати, уже есть желающие, кто хочет заказать. Ну, я думаю, закажут. Смотрите, что я делаю. Я также наношу на шею, не забывая вот эту про линию овала лица, для того чтобы все это смотрелось гармонично и не было лицо вырвано из контекста, как будто лицо отдельно, шея отдельно. Не забывайте вот это вот все сгармонизировать, вот эту часть, чтобы это было еще более красиво. Ну, достаточно, я уже даже парочку-троечку раз прошлась. Итак, сравниваем. Левая половинка без пудры, правая с пудрой. Мне кажется, это настолько видно сразу, насколько лицо стало холеное, красивое, все такое сияет, выглядит моложе. Напишите мне в комментариях, через видео заметен этот результат или нет. Ну и, конечно же, я бы еще последним штрихом добавила немножечко румян на вот эту выпуклую часть, чтобы макияж выглядел еще более завершенным. Ну, мне кажется, даже так уже настолько красиво, что просто вау. Всем рекомендую этот продукт. Я считаю, что это бомбический продукт в Oriflame, и очень круто, что он у нас появился летом, как раз вот мы уже все подзагорели, и хочется показать лицо еще более красивым, подчеркнуть свой загар, красоту кожи и, естественно, сделать ее более молодой. Пишите в комментариях, попробовали вы уже эту новинку или нет, довольны ли вы результатом, брали ли вы оба оттенка или только один, и напишите обратную связь, увидели ли вы на моем лице разницу до и после. Спасибо вам за внимание, вас всех крепко-крепко обнимаю и желаю всем счастья и красоты, ну и, конечно же, успехов. До новых встреч, пока-пока. Помните? Лайк, если видео полезное.